Дорогие друзья, с вами Саша Любимый Геймеров ТВ, и в этом видеоролике я покажу один баг. Короче, наверное, некоторые люди уже знают про этот баг, да, но его до сих пор не пофиксили. Я хотел бы его показать, да, вот такой баг у нас, и его почему-то до сих пор не пофиксили, ребята. Я не знаю, почему его не пофиксили, либо разработчики не могли его пофиксить, либо они не знали, как его пофиксить. Конечно, не умеют фиксить, я не знаю, может, они вообще забыли про этот баг. Короче, этот баг до сих пор существует, и можете его использовать в качестве БХ, да, то есть вы можете игрока... Итак, пацаны, второй баг у нас, короче, находится на РИСПКТ, то есть, чтобы увидеть этот баг хорошо, я советую вам взять АВП и смотреть. Вот смотрите, сейчас я вам покажу баг, вот видите. То есть у вас исчезает эта стена или дом, я не знаю, как это называется, можете называть как хотите. У вас, короче, исчезает, короче, там, не знаю, что-то черное, наверное, все-таки текстуры, и вот. Самое главное, ребята, этот баг можно посмотреть с АВП и без него. Ну, советую лучше с АВП, потому что с АВП будет его лучше видно, да, ребят. Этот баг я, короче, спалил, когда с АВП играл на, там, на этой базе. Да, ребята, этот баг очень крутой, но не, кажется, не такой же крутой, но все равно. Этот баг, и все-таки я его нашел. Да, это тоже можно немножко качество ВХ использовать. Тут уже есть баг, ребят. Ну, я же уже говорил про этот баг, но если еще с другой стороны, тут тоже можно найти баг. Смотрите, вот. Вот, причищая доски. Наверное, уже все знают баг этот, наверное. И будет мне писать в комментариях, а да, это мы по нему уже показали. Ребят, короче. Ребят, есть этот баг, и почему он до сих пор есть в Блокстрайк? Почему его не пофиксили? Короче, с вами был ваш любимый Геймеров ТВ, и я вот нашел для вас баг. Да, ребята, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Да. Всем удачи и всем пока.